Всем привет! Вы на канале «Делаем сами своими руками». И сегодня я буду делать сердечки из оригами модулей. Для первого сердечка мне понадобится 40 белых модулей и 56 красных. Размер модуля 32 часть от листика А4. Все делаем, как показано на видео. Это все делается легко и просто. Цвета вы можете взять абсолютно любые, какие вам нравятся. Итак, у меня здесь 10 рядов. С 11 ряда начинаем формировать уголочки сердечка. Пропускаем один краешек модуля, надеваем беленький модуль. Дальше у нас идет... Нет, не сюда. Это следующий будет ряд. Так, одеваем также. Дальше идет 4 красных модуля. Один белый, опять 4 красных, 1 белый. Далее пропускаем этот край. Надеваем белый модуль. Теперь 3 красных. Два белых модуля. Опять 3 красных. И 1 белый.
Дальше опять оставляем один краешек свободным, надеваем белый модуль, два красных, один белый. Пропускаем эти два краешка, надеваем один белый модуль. Таким вот образом. Мы вот эти пропустили, сюда ничего не надеваем. Один белый, два красных, один белый. Опять один белый, один красный, белый. Опять здесь пропускаем уже 4 краешка. Надеваем белый, красный и белый. Далее будут все остальные белые модули. 2 белых. Здесь 2 белых. И еще по одному беленькому модулю. Вот такое простое сердечко получилось. Сейчас будем делать второе сердечко. Следующее сердечко будет с надписью. И нам понадобится 3 цвета. Итак, начнем. Первый ряд, один красный модуль. Второй ряд, два красных тоже модуля. Третий ряд, один красный, один белый. Один красный. Дальше повторяйте так же, как на видео.
Итак, у меня здесь 14 рядов, 12 белых внутри и по краям по одному красному. Дальше начнем делать надпись. С 15 ряда у нас будет надпись. Значит, один красный модуль, 6 синих, 2 белых, 1 синий, 1 белый, 3 синих, 1 красный. 16 ряд. 1 красный, 1 синий, 2 белых, 1 синий, 2 белых, 1 синий, 1 белый, 2 синих, 1 белый, 1 синий, 2 белых и 1 красный. Семнадцатый ряд. Один красный, один белый, один синий, 2 белых, 1 синий, 1 белый, 1 синий, опять 1 белый, 1 синий, белый, 5 синих, 18 ряд. 2 красных, 1 синий, 2 белых, 1 синий,
2 белых, 2 синих, 2 белых, 2 синих, 2 белых и 2 красных. С 19 ряда начнем краешек оставлять один от модуля красного. 19 ряд. Один красный. Один белый. Один синий. Два белых. Четыре синих, три белых, четыре синих, один красный. Двадцатый ряд. Тоже оставляем один краешек свободным. Два красных. Четырнадцать белых. И два красных. Дальше один красный. Двадцать первый ряд. Двенадцать белых, посередине одна красная, один красный модуль. Вот. Красный, шесть белых, красный, шесть белых, красный. Теперь на красный надеваем два еще красненьких. По краям красные модули. Посередине белые. Оставляем эти два краешка свободными.
Вот такие замечательные поделки у меня получились. Ссылочка на эту вазу будет у вас на экране. Так, и у меня ушло на маленькое одно сердечко 56 красных модулей, 40 белых модулей. И на большое сердечко с надписью у меня ушло 72 красных модуля, 159 белых и 40 синих модуля. Все, всех с наступающим днем Валентина, днем всех влюбленных. Всем пока. Понравилось видео, ставь класс, пиши комментарии. Всем пока.